Сначала первый действий, а с того про 6 тысяч только сейчас республики вышли на наш горизонт. И здесь где-то до 10 тысяч, как нам удалось закрыть от дождя, от непогоды, как-то устроить. Все остальное это находится у жителей, у друзей, знакомых. Небольшая часть сегодня требует оказания помощи. Творцами, но еще являются они теми, которые цементируют то, что вы сейчас отрываете от себя и передаете в дар беженцам. И экологической, и гуманитарной катастрофы. Это гуманитарный груз, который предназначен для тех беженцев, которые страдают от политики властей Чечни и которые сегодня переполнили маленькую республику Ингушетию. Thank you.